Социальная задача номер 4 – желание получить мастерство и опыт. Основная задача ребенка связана с обучением твердому и компетентному поведению, умению совершать уверенные, рациональные, успешные поступки. Это ребенок, который склонен настойчиво стремиться к достижению своих целей, поэтому проявляет властность, тягу к тотальному контролю даже над своими родителями, которые следует контролировать. Такой ребенок должен учиться создавать порядок вокруг себя, вести себя достойно, развивать трудолюбие. Этот ребенок – лидер в своем коллективе, несмотря на то, что он не всегда находится в центре внимания. Но в решающий момент своей жизни, вне зависимости от половой принадлежности, способен без колебаний взять власть в свои руки и уверенно довести дело до конца. Это ребенок с сильной волей, авторитет для своих одноклассников, однокурсников, способный убеждать и влиять на свой коллектив. Этому важно обучаться конструктивно, так как ребенок с такой социальной задачей с малых лет обладает управленческим потенциалом. Это сильная личность, у которой всегда рассудок преобладает над эмоциями и страстями. Ребенок с такой социальной задачей должен развивать такие качества, как дисциплина, самодисциплина, выдержка, гибкость взглядов, умение слушать оппонента, быть терпимым к чужим слабостям, избегать критики в адрес других. Нужно посещать кружки и секции, развивающие логику, амбициозность, смелость, решительность. Такой ребенок должен иметь четкий режим труда и отдыха. Ребенок не должен проявлять такие качества, как жестокость, властность, лень, грубость, слабость, трусливость, пассивность.